понимаю, тоже видно. Ну, про меня Мария все рассказала. Мне бы хотелось представить самого собственника данного магазина. Это магазин женской детской одежды «Милашка» маленького города Алаты. Численность, так для сравнения, около 25 тысяч человек. И собственника зовут Наталья Тимофеева. Это по жизни, мне кажется, предприниматель, все время целеустремленный, все время на позитиве, несмотря на то, что у нее две очаровательные дочки, она успевает много делать и для бизнеса, и для семьи, и для коллектива, который с ней работает. Почему-то с такой уверенностью говорю, неоднократно бывал на торговой точке, всегда девочки, сотрудники отзывчивы, приветливы, всегда работают. Но и самое главное, что мы смогли это все оцифровать, скажем так, и теперь в режиме реального времени видим сейчас, я хотел поделиться этими результатами. Но основная цель, скажем так, показать данный кейс, это показать экономический профит от использования UDS даже на минимальном тарифе. Многие предприниматели, как, собственно, Наталья в свое время, увидев возможности софта, сказала, ну, на данный момент я не готова инвестировать в такой инструмент, но в целом очень интересно, да, и все-таки мы приняли решение запустить лайт-тариф. Немножко предыстории, с чего начался данный бизнес, как и многие предприниматели, Наталья начала развитие с небольшой точки на вещевом рынке, и через спустя какое-то время организовала, взяла в аренду помещение в торговом центре, где, собственно, разместила достаточно широкий ассортимент женской одежды. В дальнейшем появился магазин «Отдельная точка детской одежды» и, как следствие, само вытекло из себя, наверное, появилась игровая зона. То есть клиент, предприниматель настолько клиентоориентирован, что предусмотрел выгоду и удобство для своих клиентов, чтобы мама, если пришла с детьми, могла оставить ребенка под присмотром и спокойно, скажем так, насладиться шопингом. В этом году Наталья доросла до полноценного, хорошего, качественного, большой площади магазина. То есть нижние фотографии представлены с ее действующего магазина. Это огромный ассортимент товаров не только для детей, скажем так, но и для подростков, и для взрослого человека, который может подобрать себе любую одежду, начиная там, не знаю, повседневных вещей, и для дозимней одежды, в том числе и обуви. До использования софта, до того, как мы с ним познакомились, соответственно, бизнес принимал различные какие-то акции, распродажи, подарочные сертификаты, и в их числе присутствовала, скажем так, визитная карточка в виде карты гостя или карты постоянного клиента с постоянной фиксированной скидкой в 10%. Что это давало или наоборот, что не давало? То есть клиенты постоянно забывали ее, либо приходили с такой потрепанной уже визиткой и просили скидку. Но кроме этого, так как, наверное, бизнес начинался с рынка, многие клиенты приходили просто и говорили, можно подешевле? То есть хочу это же, но подешевле. Да? И предприниматель давал возможность, по сути, из своей выручки отдавал дополнительную скидку клиентам. В феврале 2019 года мы познакомились с UDS, с самим инструментом, как я уже сказал выше. То есть, в принципе, было очень интересно, но не было возможности инвестировать в него здесь и сейчас на полный функционал. В это время мы разбирались с возможностью лайт-тарифа, но все-таки Наталья меня отталкивала с этим предложением по той причине, что тут в лайт-тарифе тут делать нечего, в принципе. Но в итоге в июне 2019 года мы приняли решение и, скажем так, запустили софт. Какие цели, в принципе, преследовали? Первое – это отойти от вот этих визитных карточек, которые клиенты постоянно забывали и истрепали до такой степени, что приходилось новые выдавать, да? Создать полноценную собственную бонусную программу, где клиент бы копил какие-то бонусы, приходил к нам чаще, покупал больше. Я думаю, это мечта каждого предпринимателя. Сократить расходы на скидках, что само по себе очевидно. Видеть активность каждого клиента, контролировать движение, скажем так, клиентов к нам за повторными покупками. И было бы интересно получать от них оперативную и, самое главное, конфиденциальную обратную связь, и возможность оперативно ответить в моменте, чтобы не то, чтобы клиент ушел и где-то нас рассказал, что у нас что-то плохое случилось, а именно снять возражение и вернуть клиента к нам за следующей покупкой. Для реализации этих целей мы разместили на платформе UDS собственное мобильное приложение, в котором настроили
собственный маркетинг и программу лояльности для наших клиентов. Тариф Light это, в принципе, все позволяет. Провели обучение персонала, подготовили и забрендировали торговые точки. Их было на тот момент 3. И каждому входящему клиенту предлагали получить у нас 100 бонусных рублей на первую покупку, до 10% кэшбэк и возможность оплачивать баллами до 50% своих покупок. Когда мы рассчитывали маркетинг, Наталья сказала мне такую фразу, что меня совсем решило разозлить. Так бешеные скидки даем. Здесь еще предложение до 50% отдать скидку клиентам. Но тем не менее, то есть экономический профит, мы посмотрим, что нам дал чуть позже. В итоге за все это время работы нам удалось оцифровать клиентскую базу 1325 клиентов. Очевидно, что преимущественно здесь женский пол, скажем так, 31+, возрастная категория. Задача сократить скидку при настройках маркетинга 100 приветственных баллов, 5% кэшбэк и возможность оплачивать баллами до 50% позволил нам сократить фактическую скидку до 7%. То есть ниже скрин-слайда, где видно реально цифру, что фактическая скидка в бизнесе составляет не более 7%. Была задача, чтобы клиент приходил чаще. Здесь несколько скринов. Мы видим, что 455 клиентов из общего числа клиентской базы совершили у нас от 2 и более покупок. Здесь, соответственно, от 3 и более. И от 4 покупок клиентов, 142 клиента совершили у нас покупку. Очень интересный показатель, то есть мы можем реально контролировать в режиме реального времени, как часто клиент к нам приходит, сколько денег всего он у нас оставляет. Ну и по обратной связи. Очень интересный момент, то есть за весь период работы мы собрали 291 оценку. Из них как бы средняя оценка показывает 5 из 5. Были 5 оценок с звездочкой 4, когда начали анализировать, что мы делаем не так. Обратите внимание, что эти отзывы больше всего как рекомендации идут к нам. То есть клиент не пишет ничего плохого, ничего негативного. Он просто говорит о том, что хотелось бы побольше вещей 48-52 размера. Разумеется, была дана обратная реакция на эту обратную связь. Приняли решение, клиент остался доволен. В общем и целом, если посмотреть, клиенты оставляют позитивную обратную связь, достаточно довольны работой и магазина, и товарной продукции, и в общем в целом. Ну и как Мария говорила в преддверии моего выхода, да, то есть неожиданным явлением для нас стало это сарафанное радио, что в принципе никаким образом не мотивирует тариф Light, то есть никакие бонусы за рекомендацию не начисляются, но как мы видим, 48 клиентов из общего числа клиентской базы получили нашу бонусную карту по рекомендации действующих клиентов. Из них 7 человек совершили покупку, что, в принципе, дополнительно принесло в бизнес более 16 тысяч рублей. Ну, лично для меня даже это было вау-эффектом, по той простой причине, что лично я этого не ожидал вообще ничего подобного здесь. Ну и основной задачей данного кейса показать все-таки выгоды, да, экономический профит от использования ВДС даже на таком минимальном тарифе. То есть за полтора года работы с приложением было выдано 1300 электронных бонусных карт. Если посчитать по номиналу 20 рублей на изготовление карты, мы сэкономили примерно 26,5 тысяч рублей. Даже если мы будем печатать ежедневные визитки, как бы там все равно идет инвестиция. Здесь в выпуск электронных бонусных карт мы инвестиций в принципе никаких не делаем. Перейдя с прямой скидки на кэшбэк, мы сократили фактическую скидку с 10, это средняя цифра, то есть было 10-15%, здесь сэкономили с 10 до 7. И если посмотреть при обороте в 3,5 миллиона рублей, это бы составило где-то 352 тысячи. С использованием ЕДС получается 232 тысячи рублей мы только отдали клиенту в виде скидки. По сути, сэкономили еще дополнительные 120 тысяч рублей. И здесь хотелось бы сделать акцент, то есть мы не покупали какое-то дополнительное оборудование. То есть ни считыватель для карт, ни CRM-систему для контроля, сколько у клиента баллов, сколько он использовал, сколько он накопил и так далее, и так далее. Имеем возможность хоть каждый день менять маркетинговые настройки, почему я вначале написал, что кэшбэк до 10%. То есть есть периоды или дни, когда мы даем клиенту 10-15% кэшбэк, тем самым регулируя поток клиента с
скажем, в выходные или в будние дни. И при этом фактически скидка все-таки составила 7%. Что мы получили дополнительно? Ну, в первую очередь, это использование, скажем, собственных мобильных приложений. Первое – это для клиентов. То есть мы не печатаем карточки, мы предлагаем клиенту скачать бесплатное мобильное приложение. Это инструмент для сотрудников, с помощью которого он начисляет и списывает баллы у клиентов. И собственное мобильное приложение для собственника, куда как раз-таки собственник управляет и контролирует все бизнес-процессы по движению денежных средств, по присоединению клиентов с разных источников трафика и по сбору и ответу обратной связи. Контроль персонала руками клиента, в принципе, здесь, я думаю, понятно. То есть мы собираем автоматическую обратную связь, рекомендации клиентов по нашей работе, отвечаем в моменте, и бесплатная коммуникация в обе стороны здесь тоже реализована. Что меньше всего ожидали, сарафанное радио, которое принесло в кассу больше 16 тысяч рублей. И в общем и целом экономический профиль за полтора года использования работы составил на изготовление карт 26,5, на переходе со скидки в кэшбэк 120 тысяч рублей, дополнительный сарафан. Все это при инвестиции $30 в месяц. Я немножко даже завысил здесь курс, то есть где-то взял порядка 70 рублей, наверное, за курс доллара, то есть 43 200 мы инвестировали, но за год как бы эта цена менялась. И фактически, получается, чистый экономический профит составил почти 120 тысяч рублей на минимальном тарифе, чтобы позволило существенно сократить расходы. Ну и резюмируя, это общий вывод сделанный, да, использование UDS в бизнесе даже на минимальном тарифе позволяет существенно сократить расходы по удержанию клиентов в бизнесе. Многие предприниматели ежедневно печатают какие-то флаеры, какие-то, ну, скажем, полиграфическую продукцию, чтобы завлечь или смотивировать клиента вернуться к нам назад. А сейчас в преддвериях Нового года многие начали делать подарочные сертификаты. Это тоже инвестиции, но по статистике возврат, скажем так, этих сертификатов в бизнес где-то порядка 5-10%. То есть мы инвестируем деньги, печатаем, раздаем, а по факту возврата нет. При помощи UDS даже на лайт тариф мы можем сделать электронные сертификаты, не инвестируя в эти деньги, то есть без затрат выдать клиентам подарки, привлечь их к нам вернуться в какой-то определенный период, либо в межсезонье. Использование современных маркетинговых инструментов для работы с имеющейся клиентской базой. Легко попасть к своим клиентам в телефон, потому что большинство, скажем так, большую часть времени наши клиенты проводят в телефоне, как и, собственно, мы с вами. Контролировать персонал, используя каждого клиента как тайного покупателя. Это тоже, в принципе, отдельная статья затрат, если мы хотим понять, насколько качественно у нас работает бизнес в отсутствии собственников. Ну и последним пунктом – это оставаться на связи и совершать продажи даже в период самоизоляции, что это актуально было в этом году. Да? То есть клиент, который имеет деньги в нашем бизнесе, имеет прямую коммуникацию с нами, может задать вопрос, спросить, можно ли и так далее, то есть решить какие-то свои вопросы. Напомню, все это всего 2-400 в месяц. На этом, в принципе, у меня все. Благодарю за внимание. Присоединяйтесь к магазину. Я думаю, можно будет сделать, задать доставку. Наталья с удовольствием это оказывает. Спасибо. Думаю, у вас будут аналогичные результаты. Мария, у меня все. Спасибо, Александр. Как? Слышно нормально? Я знаю, да. Что идет небольшая задержка, но я думаю, что ничего страшного. Вот, вижу, что есть. Саша, спасибо большое.